Добрые люди, всем привет, а у нас доброе утро, едем на разгрузку. Едем мы по Pacific Highway, 99-я. Вот где новый turnabout сделали. Как-то я вас тут возил. И здесь еще говорят, новый мост открыли через фривей. Думаю, сейчас попробуем. Сюда, наверное, направо, скорее всего. Скорее всего. Так, раз только. Два столько. Вот вам и новенький мостик через пятерку фривей. Заходим на 167-й фривей. Не успели, ждем следующего. Пока его раскочегарили. Погнали. Разгрузка Макленден
вспомнил. Макленден мы возили. По-моему, удобрения мы им привозили. Точно уже не помню. Тут помню, а тут не помню. Берем влево, тут уже две линии сделаны. Со средней линии уходим налево. Toyota Supra свою красную. Два блока справа. Вот буквально за этим светофором у нас справа Макленден. Вот сюда мы возили, уже разбежали здесь. Меньше серьезно. Что-то у меня стал руль опять подскрипивать. Вчера так классно отъездил, а сегодня опять чуть непонятно с ним. И пластмасски как бы нету, и все равно скрипит. Обходим свифтика. Берем налево. Такома Авеню. Вот это нам как раз и надо. Такома Авеню. Раз, два, три, поехали. Че долго стоим? Посмотрите на этот флаг. Да ты чё? Мы хоть проедем, что он слишком низко висит.
нашли глушителя. На Петрухе бы точно не прошли. Снес бы я этот флаг к монаху. Пошел я, может, найду кого-нибудь. Живую американскую душу. Ну что, люди добрые, разворачиваемся. Носа влево, хвоста вправо. Леса. Все, добрый человек говорит, разворачивайся, вставай, говорит, по центру, говорит, чтобы я с обоих сторон тебя разгружал, и все, и не заморачивайся. Я думаю, чуть-чуть левее возьмем. Еще две осталось и все. Пока я сматываю, он одну за одной снимает очень быстро. Молодец. Заходим назад на 410-ю и сразу на 167-ю. Та, которая вправо уходит, которая влево. На southbound, да? И едем, ребята, на загрузку. Назад к такому. Если бы этой разгрузки не было, то мы бы быстренько в таком, и бы прям там по месту бы загрузились и до дома. Уже идем пустые. Триста семидесятый разлегся. Оглушителя какие. Ёханы бабай. А диски какие. Да ты чё, красава. Справа у нас Nissan, дилершип.
или Steelership. А слева CarMax. Еще один здоровенный дилер юзанных машин. Юзанные — это у нас что? Used cars. Короче, не новая, а попользованная. Свалы хайвей, уходим назад на 70-ю. Стопудово. Справа сзади у нас камера стоит. Кто не остановился, сразу фотоет. Так что здесь надо полюбасу вставать. Я думаю, уже стрелочку пропустим. И за ними рванем. Вот опять слева подъезжаем Amish Market. Amish магазинчик новенький. Вот только открылся буквально, не знаю, месяц есть или нету. Молодцы Amish. А мы, ребята, снова на новый мостик. Как сюда ехали, так и назад едем. Теми же самыми дорогами. Бамп, бамп, оп, подпрыгнули, молодцы, ребят. Здесь не знаю, левую держаться или правую полосу. Как говорится, еще назад не возвращались по новому мосту. То мы зараз побачим. Смотрятся обе линии. Уходят влево. Сывика пропускаем. Погнали. По кругу, ребят, крутимся. Крутимся, вертимся. Шар голубой. Здесь все равно в две линии надо, а? Не помещается флатбедик. Сделали они как здрасте, это turnabout. Разворот этот на большой 99-й хайвее. Он здесь вообще не в тему. Здесь такой трафик ежедневный. Лучше бы светофор сделали, мне кажется, да и все. Справа подъезжаем, у нас Volvo дилер и Mack. Вот оно справа. 59-я Street Avenue Court East и Pacific Highway East. Если вдруг кому-то надо, ребят, запчасти. Вообще шарашка называется Tech Equipment. И в Tech они хоть что могут заказать для любого трака. Я здесь у них для Peterbilt покупал и стартер подешевле был, и тоже Power Steering Gearbox у них же тоже брал. Самое главное, партномер вам надо знать. А вон Серега слева. Серега помахал, красавчик, увидел. Серега, тебе привет. Напиши в комментарии, как посмотришь. Ну а мы, ребята, будем уходить на 54-ю сейчас направо. Давай Pontiac Vibe. Pontiac, ребят, стала очень... как же это слово? Редкая машина. Потому что Pontiac больше не выпускают. Компания закрылась. Так что у кого есть Pontiac, советую продать. Мне кажется, скоро запчастей на них тоже не будет. Но мы по 54-й или Taylor Way. Опять там, где дорогу делают.
И компания у нас Carlyle с правой стороны. Кто помнит, мы там буквально, я не знаю, 2 месяца назад загружались. Может быть. Тоже трубами. И тоже на стройку. Дяденька справа на Мэке помахал мне на дамп-траке впереди, который пошел. Пересекаем 509-ю, ребят. То мы влево уходили, а то по новому цементу, бетонка. Вау, бетонку положили. Лет, наверное, 5-6 назад они бетонку положили на Port of Tacoma Road. Как мы ездим, трака паркуем всегда. То, что все-таки поняли, где траки ходят, миллион траков за день проходит. Ну, не миллион, пускай 2 миллиона. Но все равно трак за траком, когда ходит, то они асфальт разбивают. Так что вот уже вторую улицу, где реально траки ходят, ложат бетонку. Молодцы, Америка. Помню, у нас в Находке бетонку положили еще в 80-х годах, когда я там жил. Возле озера там. Вот не помню, как озеро называлось. Одно там Лебединое, знаю, озеро было, а другое я не помню. Там, где Скорбящая мать стоит, только влево вниз с горы, Батяботное, или как там называлось, ну не важно. Хорошо так бетоночку положили. Скоро центральную линию сделают. Откроют трафик, будет назад идти. И левую доделают. Красавцы, чё. Ну а вот она, наша компания справа. Carlyle. Значит, у нас заезд УЗДО. Или, наверное, все-таки следующий, да? Наверное, следующий. Ага, вот он, flatbeds only. А у нас как раз сегодня тема с флатбедом. Вот это нам повезло. Заваливаем. Двое впереди нас моргают. Один непонятно с чем стоит. Но мы, наверное, за ними встанем. Может, он быстренько уедет. И другой непонятно, что привез. А трубы слева такие есть, где в прошлый раз я их брал. Стою возле Питербилда и смотрю на его раму. До того ржавая, до того убитая прям. Точно, наверное, на Аляску ходит. А вы, говорит, на Аляску когда? В гробу я видел такую работу. Что потом приезжаешь и трака надо дравить зубами. Короткий нос Петруха. Ultra cap. Высокая кабина. Кабинка высокая. И капот короткий. Вниз смотрит, как на Кенворсе. В
компанию мы заехали, Carlyle. Про них можно посмотреть на YouTube. Ice Road Truckers называются все их видосы. Все про них снимают, как они Аляску топчут по снегам, по заморозкам. Так что посмотрите, Ice Road Truckers. Прикольные сериальчики у них идут на YouTube. А канал их не называется History. Или по какому каналу на YouTube крутят? History — это у нас история.
Thank you.
все, ребята, вот такой грузик у нас получился. Завтра мы едем за город Албани. Маленький городок Корвалес. Так что всем до завтра, всем спасибо.